Всем привет, дорогие друзья. С вами Кирин. Первое, что я хочу сказать. Вот мне многие писали в социальных сетях, что по каким проблемам уже я не могу выпускать новые видео. Проблема такая. Не помню, с 25, по-моему, числа, когда вот это вы еще можете посмотреть один из комментариев, который писали под видео под названием... Ну, подарок на третью, на трехлетие годовщины, или как там, на трехлетие, так вот. Это не важно, так вот. Взломали, я сначала думал, что парализовали только экономику. То есть, вот эти все банки, счета, все такое. Оказывается, нет. Потом, недавно я увидел видео от ютубера, по-моему. Так вот. Одного канала экономика, одного канала миллионника, одни хакеры взломали его WebMoney кошелек. Тот и они типа в социальной сети потребовали либо он за один день наберет какое-то там шальное количество просмотров на своем клипе, либо же во время вечернего стрима отдаст свои данные от канала кому-либо или сам удалить свой канал. Ну, отличие от него, у меня немного другая ситуация. Вот через несколько дней, это было, по-моему, 5 числа, 5 июля, по-моему, была такая фишка, взломали мой WebMoney. На моем WebMoney было сколько, я не могу сказать, денег, но копил я их на новую видеокарту, поскольку моя сейчас сломалась. Так вот, я пытался накопить как можно больше, чтобы купить как можно нормальную видеокарту для моего компьютера. Ну и, конечно же, взломали. Мне потом приходит смс, что на первый раз приходит смс с кодом. Я удалил. Но а через 10 минут мне звонит какой-то незнакомый номер и говорит, что с моего счета на WebMoney кошельке сказал код, ну, номер моего кошелька сказал, и сказал, что мои деньги были списаны на какой-то секс или порно чат, я точно не понял. Ну, короче, я начал говорить, что никуда я деньги не тратил, и я набрал деньги, собираю на видеокарту. Они сказали, информацию в течение 3-4 дней проверят, если вдруг что, они компенсируют мне мои утраченные средства. Ну, прошло уже как больше, скажу, 10 дней. Ну, они так и не компенсировали. Ой, больше 10, больше 5. Ну, больше 5 точно. Да, больше 5 дней пришло. Так вот, они не компенсировали, даже не подзвонили мне. Проверив свой WebMoney кошелек, думал, проверю, вот, типа того, так там ни логин, ни пароль не подходит. Пришлось восстанавливать. Я едва восстановил, спустя 2 часа восстановил. Ну и, конечно же, что вы хотели узнать? Там ни копейки. Не, почему? 10 центов есть. Ну, сумма была не маленькая. Сумма была реально не маленькая там. Я не скажу, что там был 1000. Там не было ни 1000, ни 700 долларов. Там было немного меньше. Но все же. Скажу только, до 400 долларов там было. Это все, что я мог накопить. Ну и некоторые мне, конечно, друзья там скинули. Так вот, в чем получается подвох? Я не знаю. Во-первых, взломали. Хотя знали мои, наверное, личные данные. Подзвонили мне оператор, хотя сказал, когда что-то решится, подзвонят снова. Так и не позвонил. Так что, кроме... вот этих банковских счетов еще пострадали вот эти WebMoney, Kiwi, кошельки, ну и остальное. Я так заметил, еще YouTube пострадал. Ну, вообще весь интернет.
Лично YouTube точно. Потому что вот лично я решил проверить свое видео, видеоклип тут. Было 50 комментариев, стало 48. Было 301 просмотр, стало 215. Я написал отзыв на YouTube. Написал отзыв. Не знаю, подействует ли нет. Но в прошлый раз, когда я им, как бы не сказать, что угрожал, я уже угрожать вообще-то как бы не умею. Так вот, я со психами начал им писать, типа, пытаясь не употреблять маты. Написал им, что за фигня, типа, на моем канале было 300 подписчиков, сейчас на моем канале совсем нету. 25 подписчиков, 25 было, сейчас 27. Так я не пойму, что делать. Так вот, ну реально. Так вот, я не пойму сейчас, что делать, реально. Это не такое, неинтересно смотреть, как наоборот твои просмотры, подписчики, комментарии, все это падает. Я думаю, никому бы такое не понравилось. Так вот. Потом посмотрел я ВКонтакте всех моих друзей, всех, абсолютно всех. Там кого заблокировали, кого взломали. Так вот. Тупо всю систему свернули нафиг. И по телевизору недавно я смотрел, что все-таки еще чуть-чуть позже хакеры тоже думают опять начать нападение. Не знаю, правда ли это, неправда. Я в это не хочу вдумываться. Просто мне важны мои данные, важны мои деньги, друзья и все остальное. Я не говорю, что я и живу социальными сетями, и постоянно все мои друзья это только из социальных сетей. Нет. Просто пока мои друзья бывают кто за границей, кто в других городах, просто единственные два способа, которые могут мне помочь, это социальные сети и звонки. Поскольку некоторые мои друзья из Москвы, Санкт-Петербурга и даже некоторые из Беларуси, то звонки мне сильно не помогают. Некоторые из Грузии. Так вот. Ну а переписываться мне с ними легче. Так после того, как всех моих друзей повзламывали, я сейчас даже сильно не уверен, что кто-то из моих друзей реально сейчас сидит ВКонтакте и переписывается со мной. Честно сказать, мне больше верится, что сейчас этот самый хакер сидит и переписывается со мной за Мецдруга. Так что я не знаю, как кому верить. Я надеюсь, в следующий раз такого не будет, потому что я не выдержу такого финансового фиаско. Так же само с социальными сетями. И если и это хорошо, что моя повседневная жизнь не записывается на телефон, на видео. Потому что таких матов, как сейчас, я не знаю, когда. Я даже сам никогда так не говорил, не матерился. Тупо психи жалят с всех сторон. Я просто не знаю, что даже что делать. Ну, представьте себе, если ваши старания даже не ценятся, не тупо уменьшаются в разы, конечно, я буду психовать. Это логично? Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Надеюсь, таких проблем не будет. Всем спасибо за просмотр еще раз. И пока.